ботаническом саду готовят к изданию обновленную Красную книгу Петербурга в реестре исчезающей флоры одних только грибов – 70 видов. Красная книга Петербурга в последний раз обновлялась в 2004 году. Это издание посвящено именно растениям городской черты. Флора северной столицы отнюдь не ограничивается газонной травой. Но больше 30 видов, описанных ботаниками еще 19 века, сегодня уже не встречаются. Из известных широкому кругу растений в Красную книгу попал, например, венерин башмачок, который охраняется на всей территории России. Отдельный большой раздел посвящен грибам. Там 70 наименований, все несъедобные. Были найдены такие виды грибов, которые раньше даже мы не думали, что они существуют на территории города. Например, вот Грифола фрондос, также Полипурус умбилятус. Несмотря на то, что Красная книга увеличилась в размерах, экологическая обстановка в городе стабильная, считают специалисты, и радуются, что иногда к проблемам растений удается привлечь общественное внимание. Например, восковник Болотный несколько лет назад стал телезвездой. Редкий вид рос на пути будущего северного участка ЗСД. В итоге строители были вынуждены о нем позаботиться. Пришлось нам оттуда этот кустарник пересаживать с трассы ЗСД. Это растения, это вот садовские посадки, уже лет 20 они здесь сидят. А вот то, что мы новые пересадили, они немножко вперед, там делают экспозицию именно такого приморского болота. Часть редких видов войдут в новый уголок ботанического сада, посвященный природе Ленинградской области. Он зазеленеет уже весной, а выпустить новое иллюстрированное издание Красной книги Петербурга ученые планируют не раньше лета следующего года.